И преодолев неизмеримые космические дали, земная песня долетела до планеты Центурия. И произошло самое великое и прекрасное во Вселенной. Люди одной планеты услышали голос другой. Я со звездами сдружился дальними. Не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблоки цвести. Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблоки. Но что пробудило в их сердцах песни Земли? Испуг или радость? А если они собираются бросить Земле вызов, в чем так уверен доктор Лаунгтон? Враждебный вызов? Нет, так может думать только человек, не верящий в силу и могущество разума. Ученые Центурии узнали, что Земля обитаема. И они решили лететь, только лететь.